Как видите, мы за вами давненько наблюдаем, мистер Андерсон. Оказывается, вы живете двойной жизнью. В одной жизни вы Томас Андерсон, программист в крупной уважаемой компании. У вас есть медицинская страховка, вы платите налоги и еще помогаете консьержке выносить мусор. Другая ваша жизнь в компьютерах. И тут вы известны как хакер Нео. Вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях. У первого Томаса есть будущее. У Нео нет. Буду предельно откровенен с вами, мистер Андерсон. Вы здесь, потому что нам нужна помощь. Нам известно, что с вами вошел в контакт один субъект, известный под кличкой Морфеус. Кем вы его вообразили, несущественно. Власти многих стран называют его опаснейшим преступником. Мои коллеги думают, что я зря теряю с вами время, но я верю, вы исполните свой гражданский долг. Мы готовы уничтожить досье, дать вам шанс. От вас нужно только одно. Помогите обезвредить известного террориста. Да. Заманчивое предложение. Но у меня есть идея лучше. Скажем, я пошлю вас подальше. И потребую законный звонок. Мистер Андерсон, я разочарован. Меня не запугать гестаповской липой. Права я знаю. Дайте мне телефон. Зачем, мистер Андерсон? Какой толк от телефона, если сейчас вы не мы? Вы поможете нам, мистер Андерсон? Хотите вы того или нет?